Всем-всем огромный привет! Сегодня я попала в фикс прайс, правда, я шла за конкретными вещами, и сейчас хочу показать, что же я там взяла. Сразу поставила молоко. Молоко мамуля. Мы его берем не первый раз. Оно может храниться и в тепле. Достаточно долгий промежуток времени, но когда я там бываю в фикс прайсе, я его беру. Молоко 55 рублей стоило. Я взяла две коробки, но одну мы уже открыли. Хочу обратить внимание вот на эту скатерть. Я ее брала прошлый раз и хочу отметить, что она мне очень понравилась. И в работе она практически не мнется. Здесь она сейчас лежит в два слоя, чтобы не просвечивалась темная скатерть. Хорошее покрытие и очень большая скатерть. Даже на большой стол она будет в самый раз. Хочу обратить на нее внимание. 99 рублей она стоила. И фоном служит сейчас вот как стенка. Я ее не просто так поставила. Снова взяла такую же пленку самоклеющуюся. В ней 45 на 100 сантиметров. Эта пленка стоит по 50 рублей. Я их взяла аж 4 штуки. Все в одном цвете. Взяла специально. Мне нужно реставрировать одну стену на кухне, которую кот пообдирал когтями. Решил вот он точить когти именно на одной стене, и надо ее бедную подлатать. Следующее, что я взяла из необходимого, это вот такие клеевые стержни. Многие знают, что я занимаюсь рукоделием, делаю заколки канзаши, и вот как раз заколки я клею именно вот такими стержнями. В наборе 10 штук, 20 сантиметров. Стержни, по-моему, по 50 рублей шли. Да. Следующее тоже для рукоделия взяла. Уже не сезон, такие носочки сложно поймать. В прошлый раз поймала голубые, сейчас поймала розовые. Я когда шью пупсов, вот этот махровый материал очень хорош для одежек. Для пупсов. Единственное, вот у меня розовые копятся сейчас, а никак я для мальчиков пупсов не найду синенькие. Там в магазине было много еще. Вот эта часть, она цветная, красивая, а вот эта часть чисто белая. А у меня как раз вот эти резинки, они идут как горловина и как шапочка, которая, ну, в общем, вот по височкам идет. Поэтому мне вот эти резинки-то как раз основа вот это нужна. А вот это я, как правило, выкидываю потом. Ну, я думаю, это мало кому интересно, кто носит махровые носочки. Они хорошие, в фикс-прайсе по 50 рублей, в общем. Специально, зачем я забежала, это был вот такой чай Тесс. Этот чай идет тоже по 50 рублей. Здесь 20 вот таких пирамидок. Аромат гибискус с клюквой и аромат грейпфрута. Так мне он понравился. Он похож на каркаде, вот этот красный чай. Но грейпфрут настолько его украшает, так вкус придает приятный, что я побежала специально именно вот за этим чаем. Хотела его приобрести, чтобы он у меня был. Кто-то, наверное, скажет, Света изменила лисму. Не изменила. Лисму я тоже купила, теперь он в новой упаковке. Но вообще хочу отметить, лисма стал портиться. Не знаю, как вот в этой упаковке он будет хорошим или нет. Он стоит уже по 25 рублей. И здесь в пачке 25 пакетов. У меня лисму любит мама. Но вообще вся семья, в принципе, по-быстрому, когда надо заварить в пакетиках, мы вот берем этот чай. Тоже из необходимого взяла ватные диски Катте. Это которые с ионами серебра. Здесь 140 штук. Ну, периодически я их беру. Мне вот в пятерочке очень не нравятся там вот дешевые, которые ватные диски. Это там просто рассыпается на какие-то кусочки ваты. Очень плохие, не прошитые, не прострочены. Эти лучше. Ну и хочу показать вот эти батончики. К сожалению, у нас были только такие. Я прямо очень полюбила цитрусовые, они оранжевые. Если у вас в фикс-прайсе есть такие вот цитрусы, но вы еще не пробовали, начните с них, они самые вкусные. Это яблоки с корицей, ну, понятно, для стройности.
Мы все хотим быть стройными, чтобы как можно больше кушать и при этом стройнеть. Поэтому, чтобы наверняка, я поэтому взяла побольше, чтобы уж стройнеть, так стройнеть. И последнее, что я взяла, это холдер для пластиковых карт. Он стоил 50 рублей. Давайте вместе посмотрим. У меня карты просто по сумке порой где-то плавают. Их пошуршали. Ой, он такой, как под пленочкой картинка. Вот такая вот картиночка. И так, куда втыкаются эти карты? Вот. С этой стороны втыкаются, с этой нет. Односторонние. И тут тоже нет. А с этой втыкаются. В общем, вот так. Их тут немало. Ну, я живу в провинции, поэтому у меня карт, как правило, немного. Это банковская карта. И у нас тут пара-тройка магазинов, в которых есть карты, которыми можно пользоваться. В том же Фикспрайсе есть карта, на которую баллы начисляют. Мне кажется, очень красивый принт. Может быть, мне не так нужна была вот эта штучка, но так меня вот этот город ночной впечатлил. Так красиво, мегаполис прям. Я вам недавно во влоге показывала, в какой грязи мы живем, поэтому для меня вот это вот прям красота какая-то. Вот. Вот такие были у меня покупки. Для меня они были нужны и необходимы. Кое-что интересное я там, конечно, видела. Много было блокнотов, даже я повертела, покрутила, но не взяла. Но блокноты все то же самое, что было раньше. То есть их много, но они повторяются. Спасибо всем огромное за внимание. Спасибо всем, кто смотрел до конца. Всем до новых встреч и всем пока!